Всем привет, добро пожаловать. Как вам этот образ ракообразного, который вдохновляет людей, это вот товарищи Брюхореза? Так, у нас здесь скопилось немножко, скажем так, лома. Вот, и давайте посмотрим, точнее вот здесь, что мы можем сделать, допустим, с машиной. Отвлекающий маневр, пока хрен его знает, что это такое. Назад. Да не так назад. Броня у нас, в принципе, неплохая. Двигатель у нас стоит. И можем сделать еще лучше. Покупаем. Здорово. V6 предпоследний уже. Так, что с трубами? Трубы у нас неплохие. Покрышки. Кстати, про покрышки. Ну, давайте пока вот эти купим, да. Вот. И самое лучшее дает это вот красноглазка. Так, здесь у нас... Увеличивает высоту подвески 40% и защиту шасси. Так, чтоб падать можно было. Есть. Значит, что это такое? Нитро. О, кстати, про поводу нитро поставим. Есть. Следующее улучшение. Черная утроба. Ух ты! Туда, наверное, и отправимся. Так, по поводу шипов у нас максимум стоит. Вот, пусть будет. Пока так. Тут новые... Наклейки. Может чуть поменять? Черепа, гайки. О, вот этот прикольный. А это что? Клеймо войны. Хрена себе, давайте. Пусть будет. А какой-то цвет такой. Мертвенная белизна. Вот. О, круто смотрится. По-моему. Да. Белое на черном. Так, что еще у нас? Краска, ясно. Кузов. Кузова пока открываются. Это мне... Радует. Shovel Face, Furnace, Dairola и... Остался один всего лишь. Найдите кузов, вонючие холмы. Понятно, идем. Так, это недоступно. Боковые горелки. Что тут надо сделать? Равнина маяка. Устранить угрозу. Так, здесь у нас... Гарпун наносит на 25 больше урона. 900 уже требует. Ну, елки-палки. Кстати, тут 600. Совсем немножко осталось. А снайперская винтовка... Перезарядку всего лишь. Увеличивает объем магазина. Уменьшает время перезарядки. Ну так, снайперская это... Не так часто пользуюсь. Поехали. Воу. Вот это... Рипер прокачался. Что мы... Что я планирую вообще сделать и вам показать? Значит, мы посмотрим... Что у нас здесь? Реликвия прошлой эмблемы. Не особо интересно. Лом... так, прыжки. Где тут гонка? Вот аж где, да? Можно устроить гонку. То есть мы мы здесь вот перепрыгнем, разбабахаем лагерь, уничтожим вот эту фигню, а потом приедем сюда. Вообще офигеть. Поехали! Слушай, смотри, свалилась тачка, а их хоть бы хны. А как едет? Движок такой. Трубки торчат какие-то. Слушайте, скорость просто великолепная. Мне очень нравится. Там нужно перепрыгнуть, но перед этим поговорить с каким-то вот информатором. Где он тут заседает? И звук какой приятный. Тихо. Эй, вылазь. Ты что-то застрял там. Во, наконец-то. Так. Дело есть. Я вижу, ты ненавидишь звук члема. Только по мосту? Нет, можно еще зацепиться за трос и съехать прямо им на голову. Устроим кровопускание. То есть где-то забраться на скалу и спуститься в лагерь. Ага. Ну давайте попробуем. Попробуем найти этот тайный проход. Итак, информация добавлена. В тупике лагеря реликвия прошлого. Несколько топливных баков подвешено на что-то там. Блин, курсор блядский.
Слушай, ты со своим Magnum Opus достал уже. Пока! Пока, мать твою! Больше ничего нет? Еще где-то Гролан, но это далеко. А как там к ним спуститься? Хрен его знает. Потом разберемся. Давайте тут прыжок осуществим. Где он тут был? Вот он. Чуть-чуть назад. А че то Макса с головой? Не понял. Че тут рыжий такой? Так, поехали. Воу! Зрелищный прыжок. Может, это где-то отсюда? Ва. Нет. Можно было спрыгнуть в этот лагерь. Так. Чё-чё? Шевели поршнями. Блин, сейчас вылезет. Вот вечно забывает про эту кнопку. Не R, а единичку. Кому-то воды тут. У меня вообще вода есть? Вроде есть. Держи. Какой-то каннибал. Ой, по нам снайпер стреляет. Твою мать. Напоите странника. О, фига себе. Так, эй. Залазь. Где он? Мудак. Так, того мы сняли. Ну, вроде как все так. Единичку. О, какие-то тут машинки едут. Лови! О, хорош. Так, одним ударом двоих разбабахали. Прочный. Отлично. О, двоечка. Теперь в гараже доступно новое улучшение. Супер. А в лагерь можно добраться только сверху. Лови. Блин, промазал. Так. Сюда. Эй, цепляй. Есть. Теперь этот баллон.
Отлично. Давай-ка еще вот это, чтобы не смущала меня эта вышка. Привет, народ. Высаживаемся. А я тут был или нет? Или нет? Что-то вообще сделать надо. Реликвия, эмблема, лом. Цистерны разбабахать. Лады. Спуститься... А, вот откуда, сверху, вон. Ну да ладно, что тут. Секундочку. Это все очень... А, вот тут вход. Что-то мне он напоминает. О, мать твою. Вау! В спину! А, мать твою. Готов. Цистерны. Тут много чего. Зарядил. Забираем это. 6 лома. Там, кстати, вон еда. Эх. Так, где тут была цистерна? Вот. Цистерна, канистра, ладно. Как... Оп. Вот это красота. Есть здесь ничего. Пойдем наверх. Так, двери, лом. Еще лом. Вот эти вот горелки, жалко, нельзя подбирать. Какие-то газовые баллоны. Да ладно. Так, сова, открывай, медведь пришел. Вода. Слушайте, у меня какой-то дежавю, я действительно тут был, вроде. Очень похоже. Так, цистерна. Реликвия. Да. Это я помню. Тю. На фоне усиления кризиса горожане вынуждены прибегнуть к крайним мерам, чтобы выжить. На рынках в центре города за большие деньги можно приобрести мясо кошек, собак и голубей. Luxuries. А какого хрена? Простите, пожалуйста, я снова прохожу это. Вот туда. Или нет, или это похоже какой-то лагерь. Но реликвия такая же. Так, это вообще куда? Бенза, патроны, эмблема. Этот лом, его так мало здесь. И только ради чего это все собирается? О, привет, народ. Вот так. Хо, вот это ни хрена себе устроил. Вот так. Давай.
Бутс. Индикатор ярости за 10 или менее секунд. Фига себе, я тут раздал. За точку возьмем. Оружие. Ну, тут много чего. Так. Как-то даже странно. Я пришел сверху. Что здесь? Или я отсюда пришел? Нет, я пришел вроде как отсюда. Снова боеприпасы. Вон эмблемка одна висит. Где тут эта сраная цистерна? Здесь спуск вниз. Неинтересно. Там я был. О, фига себе, а что я не забрал? Вот, 9 из 9. Так. Вот туда. Кажется, все. Супер. Грачиное гнездо. Они как это очень похоже на что-то. Продолжить. Все собрано. 100%. Так, заберем патроны. Винтовочные. И валим отсюда. Отлично. С этим разобрались. Что дальше? Значит, где я вообще? Вот здесь, да? Так. О, гонка. Лом. Лом. Неинтересно. Давайте на гонку съездим. Хотя бы посмотрим второй режим, что он там означает. Ну и машину в коллекцию получим. Там, кажется, вон едет этот конвой. Ну, где-то далековато. Смертельная гонка. Воу, не то хотел нажать, ну ладно. Так, ну что ж. Итак, войны шедевра, трасса с бочками. А что тут за шедевр? Позиция, имя. А если начать гонку? Управляет собственным уникальным шедевром. А, ясно. То есть здесь просто гонка. Здесь нужно
даже не нужно отмечаться на каких-то точках. Главное это не съехать с дороги. Победа! Чё там? Новый рекорд какой-то? Так. Отправить результаты. Выход. О, тихо. Спокойно. И чё? Какая-то не та гонка. Не то, что я рассчитывал, как говорится. А вот здесь еще есть одна. О, кстати, здесь еще и конвой вот патрулирует. Давайте быстрое перемещение. Вот сюда. Мы сейчас прибабахаем конвой и поучаствуем еще в одной гоночке, чтобы получить новую тачку. Так, где этот сраный конвой тут? Это что, лом? Лом? Вообще неинтересно. Куда-нибудь вот сюда давай. Так, где наше тут супероружие? Кажется, буря надвигается, нет? А вон он, едет этот сраный конвой. Отлично. Не пришлось гоняться долго. Сколько их тут? Фиг его знает. Лови. Он повис труп. Лови. Ой-ой-ой. Плохие новости. Горим, мать его. Ха, товарищ тоже застрял. Но у него бак бронированный. На тебе по колесу. Что-то отпало. А, колпак отпал. Смылся. Давай. О. Далековато уехал конвой-то. Сколько их осталось? Четверо.
Джейком! Хрена себе, с него повылетало. Только колесо, да? Воу! Мудак хренов. Так, срочно нужны инструменты. По сути, конвой получился такой вот кольцевой гонкой с противниками, и цель ваша уничтожить какой-то вот, как бы, лидера, да? Он такой бронированный со всех сторон. Вот не хватает в этой игре там тахометра и спидометра. Вот чего-чего, вот немножко хочется все-таки посмотреть, сколько она сейчас вот едет. А, мать твою. Да ёлки-палки. Ничего не хочет хватать. Так. Где-то там водила. Так не видно. Ладно, давай покрышку прицепим. Хотя броню вначале лучше снять. Что тут скинуть можно? Только нижнюю плиту сзади вот. Вот так. Ох, его хорошо развернуло так. Оу-оу-оу-оу-оу. О, хорошо распался. Лови! Ха, мать твою. Давай, выходи. О, ладно, уезжай. Как пожелаешь.
Так, что мы нашли? Украшение на капот. Ну, так себе. А, наконец-то. Да, Secret Mission. Secret Mission у нас вот здесь будет. Сплошные гонки. Пора гаснет, а то про солнце. Мы готовимся вновь. Смертельная гонка. Так. Вылазь. Ну чё, давай. Посмотрим, что у вас тут интересно. Ух ты, тут какая-то в рассыпную. Выберите свой маршрут или оставайтесь на трассе. Доберитесь до финиша первым, и прежде чем взорвется прикрепленная к днищу машины бомба. Наводчик у меня есть. Чего? Щитогонщик какой-то. Ай-яй-яй, а что тут надо? Кавалер, пройди так. Особый корпус, я так понимаю. Новой машины нет. Ну, давайте хотя бы посмотрим, что у нас здесь за этот щитогонщик. Давайте вот эту. По-моему, она жужик такой. Получше будет. На. Секунда, я могу отметить, допустим, куда мне вообще надо? Пёс его знает. Тут какого-то маркера такого нет. А, нет, стоп, секундочку. Есть, вот он. Финиш. А, таким образом можно немножко почитерить. А если действительно выбрать свой путь... Так. Опа! В рассыпную. Что-то легендарное тролливали. Результат. Член. Награда за бронированный значок грифы. А, ясно. Тут много чего. Продолжить. Спасибо. Новый транспорт. Это вот этот, что ли, жучок? А вот мне понравился. Веселая машинка. Так, ладно. С этим разобрались. Ты пока вызывай, а мы посмотрим на карту. Что здесь да как. Что тут еще можно сделать полезного? Итак, лом, эмблема, реликвия. Неинтересно. Ну,
С кем бы подраться? С каким-нибудь таким боссом? Брюхарез здесь, в принципе, живет неплохо. Вот здесь вот два района. Ага, я вот здесь не был, получается, да? А здесь я был. То есть можно... Лом, это так себе, реликвия. Ну, я ее достать там не могу. Вот здесь вот босс обитает. Лагеря два. Так, что тут захватить? Угу. С каким-нибудь, может, чтобы был этот. Реликвия прошлого, лом, эмблема. Ладно, отправляемся, значит, путь дорожку вот сюда. Так, назад. Паях. И секунду, у нас есть, в принципе, много лома, значит, в гараже. Что тут новое? О, еще шины прокачаны. Сцепление. Так, назад. А по поводу двигатель можно еще мощнее. Ух ты. Самый мощный. Шестицилиндровый. Идеальный V6. А что здесь? Новое. 900 нужно лома. Ладно. Как он тут выглядит? Такая вот фиговина. Какой шумный. А ну-ка. Чё-то не очень. Так, что-то мы тут нашли. Реликвию. Ну, заберем. Ух ты, приближается буря. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ёперный ваш кардебаль. Кстати, отсюда вроде как можно... сделать прыжок. Воу. Твою мать. Чини! Какого... Блять! Ну вот что за хрень, а? Взял, взлетел в воздух. И сразу его убили. Беда. Жаль, бурю пропустил. Патроны, это такое дело. Да, все стихло, как я и говорил. Лом. Где? Вот здесь вот был. Стоп, стоп, стоп. А это что такое? Какой-то глюк.
Опять здесь конвой? А, нет, это другой какой-то. Давайте, если встретим, то разбабахаем. Не видно. Что это за фигня? Эй, вылазь! Ах ты гад! А движок у него нехилый такой. Ладно. Пропустим. И никого здесь нет уже. И вот это реликвия. Так, что у нас тут? Джонни, я все скурил, ничего не осталось. Жрать охота не могу. Еды нет, хотел искупаться в заливе, а там сухо. Надо валить в жопу это все. Увидимся. Боеприпасов у нас полно. А нет, что-то я потратил где-то. Другого патрона. Ну давай, вываливайся с машины уже. Долго будешь туда-сюда? Он поехал. Ха, вот бар. Сейчас взрыв будет. Нет? Выжил. Ладно, черт. Так, хорошо. Значит, я ехал на вот этот вот. Тут, кажется, можно выполнить такой полет. Получить какое-то там достижение на одном из вот этих вот. А самый высокий, кажется, вот тот. Ну да ладно. Что нам тут товарищ скажет? Ага, привет. Эй, о. Hey, keep your head down. There's a lead slinger slinging lead yonder. If you want to keep that fine car of yours whole free, you do well just killing that long shoot roach. В районе засел снайпер, стреляющий во всех, кто приближается к нему. Найдите и уничтожьте его. Награда. Трофеи. А, вон он. Так, это не проблема. Так, курсор, уйди. Все? Лады. Где он тут был? Ахрен его знает. Тут еще где-то снайпер. Get in there.
Блин, опять сейчас вылезет. Залазь. А вот и конвой едет. Ого! Отлично. На. Напоследок. Воу. Ёлки-палки. Где тут этот талисман? Куда он делся? А, вон валет. Ух ты, два черепа. Давайте поставим его спереди. И как, мать вашу, не успокоится? Лови! Воу. Твою мать. А у этого где бензобак? Хрен его знает. Все, свалил. Так, с конвоем разобрались. Значит, мы разберемся еще с пугалом и отправимся сюда. Поехали. И тут я вроде был. Ох, еда. Кстати, да, надо поразрушать будет эти. Я уже заметил, что шар держит. Так, отставить. Давай.
Кажется, все. Итак, что у нас здесь? Реликвия и лом. Так, посмотрим, что у нас тут. Цистерна. Вот реликвия. Ух ты. Перевод. Хорошо, что мы с тобой вчера повидались, брат. Вот снимок, о котором я говорил. Ронни косит под зомби. 3 года назад это было абсолютно нормально. А сейчас в таком виде заявиться в бар, тебя пристрелят на месте. Слишком много развелось болезней, вирусов и всякой хрени. Люди вправе готовятся к нашествию зомби. Ладно, до встречи. Так, это может быть пасхалка от, ну, какая-то, допустим, там, разработчики. Или какие-то... из комьюнити. Очень часто в играх это можно встретить. Чё тут? А тут есть боеприпас. Громпуна. Наконечник. Бенза есть? Бенза нет. Кто бы сомневался. Так. Что-то вообще беда какая-то получилась. Это все? Он так не взлетит ни хрена. Надо еще какой-то бензо найти. Во. Чертова бензака. Так, заправляй. Ну, я надеюсь, хватит. Вниз, по идее, он использует тягу вот этой хрени. Да ты шутишь. Давай взлетай, взлетай. Мать твою. Блять, кончился бензин. Суровые будни. А я не помню, у меня канистра есть в запасе. По-моему, нет. Сейчас гляну. О, есть. Правда, не знаю, сколько там бенза. Посмотрим. Вот что значит быть запасливым. Ну вот какого хрена? Ну-ка. О, тут нормально. Горючки. Полетели. Грохотал. Ship. И что тут у нас? Вот что-то нашел. Что это все? Вот что-то нашел. Там у нас гонка. Кажется, буря надвигается или что это вообще? Так.
тут очень мало объектов. Всего-то. Вот они. Снизу были. С этой стороны что-то есть? Вроде нет. Прочный пугало. Снайпер. Какая-то фигня. Все, убирай бинокль. Более не менее. Так, выход. Спускаемся. Сложность достаточно большая. Это радует. Неплохо было бы что-то найти полезное. Лом всего лишь. Снайпер. О, разведчики, допустим. Вот это приятно. Приятный бонус. К концу игры, наверное, сделаем. Вот так вот. Поехали. С одной штуки разбабахал. И, собственно, так, здесь у нас поделится, может, ценной информацией. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо. Спокуха. Стоим, не двигаемся. You done yet? Yes, 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 I try. Давай, давай, иди сюда. Все, уваливаем отсюда. Чёртово минное поле. Где этот информатор? А, вон он. As you wish. Hurry back. This place is prime pickings for raiders, vultures, scavengers, and murderers. Hey, you know roadkill? You that warrior? The one they say kills roadkill. You're looking to kill more. There's a bunch inside. Боевой щит. But look, there's a hidden path up to the camp from the canyon. Можно добраться по тайной тропе. Так. Запас еды можно найти на склоне. Детали проекта можно найти наверху. Внутри лагеря груженный ломовоз. Отлично. Информация добавлена в журнал. Спасибо. Заберем боеприпасы. Уберем курсор нафиг. Так, и пойдем в этот лагерь. Thank you.
Сюда иди. Вот так вот. Ломолос вижу. Это хорошо. Тут что-то все горит. Итак, разведчик, лом, эмблемы, 3 штучки. Начнем. Так. Кстати, есть вода. Можно тут похлебать чуть-чуть. Так, что тут у нас? Тут нифига. Пойдем дальше. Ой, только самому не упасть. Макс, фух, мать твою. Вот балбесина. Что тут привязано? А, это спуск сюда. Так, ладно. Заточкой в глаз просто. Вот гад. Есть. Забираем оружие. По идее, это переход дальше. А вот тут что? Ну, эмблема понятна. А, кстати, алом пропустил. Он даже не подсвечивается. То есть, если он лежит на полке, можно очень легко его пропустить. То есть, значка как бы нету, но по свечению такому беловатому можно заметить. Так, боеприпасы. Дробовый патрон. Это пригодится. Так, что тут? Снова вода. Неинтересно. Еда? Ну, можно подкрепиться. Ой, сейчас по морде надают. Не. Отлично. Да-да, я. Благо, они там за забором что-то. Ого. Есть. Следующий. Вот гад. А вот так. Готов. Теперь осталось найти канистру. Где вы прячете тут, блин, канистры? Может, наверху? Сверху сбросить спон там? Что-то тут не видно. А, вот, нашел. Так, куда ее тут сбросить? Вот сюда. Вот так. Боеприпасы вижу сверху.
Так. Что за лестница вообще? А, понятно. Кружок небольшой сделал. О, ящерка. А ну-ка иди сюда. Где она тут? Бляха-муха, крыса. Фига поймаешь ее. Вот так. Завтрак туриста. Еще можно есть. Фига себе. Питательная какая мыша. Так. Болгарки все. Барахло всякое. Требуется взрыв. Пожалуйста, требуется. Получайте. Кровавый уступ. Врагов нет. Продолжить. Детали для проекта. Вот что меня интересует больше всего. И они находятся... Фиг его знает где. Так. Это все понятно. Это быстрый спуск в самое начало. Мне там делать нефиг. А там был, как кажется, еще какой-то проход. Сейчас посмотрим. А, вон детали валяются. Супер. Да не то. Блин, вот когда не надо, он берет что-то в руки. Когда надо, раз, два. Кстати, тут залезть можно. По всем канонам жанра можно. Итак, что мы тут находим? Разведчики, 3 из 3, который правит Брюхарез. Ну, собственно, на карте это у нас вот Брюхарез, Грохотау район, северо-западный, да? И вот здесь вот был такой лагерь. Кровавый уступ назывался. Так, стоп, не та кнопка. Где-то лом пропустил один. Ну и это не страшно. Я так предполагаю. А вот здесь вроде как можно залезть. Но не было бы подсвечено таким вот белым. О, все, залез один. Хана. А нет, повезло. Теперь нужно в самое начало. Заберем машину. Отвезем ее Брюхарезу и получим кучу этого лома. Ну и плюс еще ко всему, конечно же, построим самих разведчиков. Так, мы отправляемся к Брюхарезу. Да, елки да палки. Там можно расшибиться в лепешку, наверное. Здесь прыжок можно осуществить. Ладно. Явно не на этой машине. Стоп, 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 стоп. Брюхареза база не в той стороне. Вот там. Я вообще уехал, хер знает куда.
Че, тут бандиты роют? Ой, тут минное поле. Или нет? Очень сильно напоминает минное поле. Да, обнаружил минное поле. Фух, добрались. Ну что ж, мы привезли тебе подарки. Так, лом доставлен. 1000 у нас есть. Можно посмотреть в гараже, что здесь можно сделать. Там, кажется... так, гарпун не особо. Двигатель я самый лучший поставил. Значит, броня у нас... Самое лучшее стоит. Вот эту фигню. И снижает урон от тарана на 20%. Ударную силу повышает. Атака как вырастает. Просто жесть. Берем. Ого. Хитрик колоти. Так, а что у нас тут сзади стоит? Какая-то фигня. Можно назад, кстати, будет поставить украшение какое-то интересное. С маской вот это. Так, на капот. Нет, на багажник. Вот. О! Все. Этот транспорт уже установлен. Можно организовать команду разведчиков. То, что я и хотел сделать. Только вот где они? Еще вспомнить. Тут, кажется, то ли чистильщики, то ли металлоломщики, или как их там. What happened to the concubine? The child. The child slipped away. Я думал, они общаются, а тут каждый свой рассказывает. Давайте построим. Улучшится база при этом. Разведчики. Да, улучшается. Крепость улучшена. Что добавилось? Еще больше красных штор. Фигёзно. Какие-то рисунки везде. А, свечи вон внизу. Якорь разукрасили. Тут теперь эти тряпки повсюду. Твою налево. Ну чё, по-моему, неплохо получилось. Ой, Макс такой битый. Ну да ладно. Так, а это что у нас? А, ну здесь нужны 1500 уже. А, ну да, я здесь сложил, там сложил. Хватит развлекаться. Я думаю, на этом можно серию закончить.
Вот такие у нас получились приключения. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, будут другие видосы по другим интересным играм. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, до встречи, пока-пока.